Приветствую всех на своем канале. Сегодня вновь отправляемся на босса. Впервые нас 9 человек. Это действительно, я бы сказал, рекорд. Мы никогда в девятером не ходили. В общем, сегодня есть шансы его убить, босса. Я думаю, что все будет хорошо. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Дермунд отвлекает. Отправляемся. Так, тут по старой схеме предлагают. В общем, погнали. Сейчас, может быть, получится. 9 человек. Жаль, Винера нет. Очень жаль, что его нету. Было бы 10. Был бы фул. Команда. Сейчас, может быть, повезет. Мы его ждали много. Минут 20 где-то ждали Винера. Нету его. Ну что, я на 9-часовой иду. Ой, что-то у нас тут поменялась какая-то эта штука. Все, отправляюсь. Я лутаю этот сундук. Не успел. Так, начало плохое. Я так понимаю, пень меня трогать сейчас будет. Дермунд отвлекает. Так, половину смог. Ох, и долго же открывают сундуки эти. Всегда чувствую какое-то напряжение в этом, когда играю. Вот, блин, а! Я почти залутал сундук. Так, спокойно. Кто-то уже открыл, видимо. Отлично, я следующий должен. А, Гарик открыл, я понял. Он десятку открывал. 10-часовой, видимо, сундук. Счастливый, я так понимаю. Да что ж такое, опять я дошел почти. Я почти открыл сундук, мне не дают. Опять мне не дают. Ребята, бейте его, отвлекайте всеми силами. Дайте возможность мне открыть сундук. Опять до половины дошел, но почему меня опять снова? Уже четвертый раз. Ребята, бейте пня. Лепрекон, помогай мне, что ли, лутать, я не знаю. Вот, отлично, сейчас с лепреконом, может быть, получится. 3 человека его убьют. Ну, осталось немного, немного осталось. Сейчас откроем сундук, я так думаю. Отлично. Все. Все, я быстренько его убью. Отлично. Сколько нас человек бьет его? Ну, где-то человека 3, да? 4 даже человека, я бы сказал. Неплохо, неплохо. Я вот успеваю отбегать. Успеваю, успеваю.
Замечательно. Вот пока все хорошо идет, но 3 человека, мне кажется, не успеют убить его. Так, молот у меня уже заканчивается. Да. Не, он мне уже не даст, мне кажется. Я последний остался. Ой, что-то я быстро лег. Да уж. Половину снесли, что-то мы мало снесли, ребят. Раз, два, три, четыре, пять, 6 человек. На. Ну что ж, увидимся в следующий раз. До скорых встреч. Пока-пока.